В региональном правительстве обсудили вопросы строительства новых объектов образования в Твери. В частности, речь шла о школах и детских садах в микрорайонах Радужный и Южный. Их открытие позволит создать новые места для ликвидации в школах второй смены. Это будут учреждения на 1224 места каждое. Для учебного заведения в Радужном подготовлен проект, который проходит государственную экспертизу. Также на совещании обсуждался вопрос увеличения количества детских садов в Твери. Новое учреждение на 150 мест появится в Юности на улице Планерная. В 2020-2021 годы планируется построить еще два детских сада на 190 мест на улице Склескова и Левитана. Губернатор подчеркнул, главная задача при проектировании объектов – быстрая и качественная подготовка необходимой документации.